В этом видео мы рассмотрим рюкзак для переноса животных немецкой фирмы Trixie, который называется Tamina. Первая мысль, которая возникла у нас при распаковке этого рюкзака – какая хорошая вещь. И в процессе тестирования эта мысль только закрепилась. Сделан рюкзак из полиэстера и в принципе напоминает обычные рюкзаки для вещей. Он очень удобно регулируется на плечах и на талии, в зависимости от вашего роста и телосложения. Нужно отметить, что рюкзак полностью не закрывается, то есть голова любопытного животного всегда будет снаружи. В таких случаях для предотвращения выпрыгивания в сумке есть карабин, длина которого тоже регулируется. По бокам переноски вставки из сеток, которые можно делать уже или шире, с помощью специального регулятора. В маленький карманчик можно положить лакомство или любимую игрушку вашего животного. Рюкзак можно носить как на спинке, так и на животе, чтобы следить за своим любимцем.